готовим уже олимпийский лед. В старом бобслейной трассе лед намораживается в начале сезона и держится весь сезон. Здесь нет такого, наморозили лед, растопили, нет. Это уже будет олимпийский лед. Это трудоемкий труд, соответственно, специалистов по наморозке льда на таких трассах в России есть только в Парамоново. Пригласили французов для того, чтобы они нам здесь помогали. Сочи – это очень хороший трек, очень хороший трек. Because La Plagne, in La Plagne, we're all the way down. But here, you go down and you go up two times a day. And it's a big problem, you know, to conserve all the speed. And for the ice, the more problem is the froze, you know. We have a lot of humidity here. And we have to clean the floors before to make the ice. So we have the same problem in La Plagne. Сегодня мы первый день вышли с французами. Все работали наравне, также лопатами, кто метелкой. Ну, сегодня единственное заливаем. Французы там у себя заливают на вираже, мы здесь как бы все работают. 1 октября начинаются здесь заезды нашей основной сборной команды России по бобслею.